Ростелеком совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России представляет шоу «Дети на льду. Звезды». 42 участника из 10 городов. И только 2 победителя. С каждой новой неделей их становится все меньше. Номера все сложнее. Образы интереснее. Каждый раз они покоряют все новые высоты. Но кто продолжит борьбу за главный приз и дойдет до финала, зависит только от решения жюри. Второй тур продолжается. Вместе мы станем свидетелями того, как рождаются новые олимпийские чемпионы. В шоу «Дети на льду. Звезды». 29 мая в 13:00 смотрите окончание второго тура шоу на канале «Все ТВ» интерактивного телевидения «Ростелеком».